приходом весны город станут охранять тщательнее. За порядком на улицах Одессы вышли следить бойцы Национальной гвардии. Патрулировать будут как пешком, так и на автомобилях. Кристина Немченко расскажет подробнее. Перед тем, как приступить к службе, для бойцов Национальной гвардии проводят инструктаж. От спецподразделения полиции получают основную оперативную информацию. Основную сводку они, естественно, каждое утро получают для анализа. Сейчас мы им корректируем эту информацию. Если совершались преступления, есть ориентировки по преступникам, совершившим преступления, по угнанным автомобилям. Бойцы записывают ориентировки. На днях у молодой девушки украли мобильный телефон. Полицейский диктует приметы преступления. Были одеты. Две черные куртки. Все бойцы в полной боеготовности. Бронежилеты, рация и оружие. Звертаю увагу вас на дотримання заходів особистої безпеки. Ще раз для себе згадайте порядок застосування зброї, порядок застосування спеціальних засобів. Це повинно бути тільки в рамках закону. Патрулировать будут не только пешком, но и на автомобилях. Белые внедорожники оборудованы видеорегистратором и планшетом. Именно на него приходит основная информация. Или кража, или грабеж, неважно, семейный скандал. Наряд сразу получил эту информацию, сразу, не без всяких перезвонов. Алло, что там, и записать. У него все есть, он сразу дает команду, старший экипажа дает команду водителю, водитель поехал. Следить за порядком в городе будут около 100 бойцов Национальной гвардии Украины. Кристина Немченко, Алексей Барановский, 7 канал.